Доброго времени суток, друзья! На прошлой неделе нам добавили новое, уникальное, одно из самых опасных в игре легендарное животное с двумя костюмами, которые вы можете получить. Это аллигатор ржавого цвета и непосредственно аллигатор черного цвета. В миссиях Гарриет не выдает задания на поимку легендарных аллигаторов. Их можно найти только в свободном режиме. У микрофона Готика, Сократочка и погнали по порядку. Команда модного приговора в своем 21 выпуске просто не могла пройти мимо таких уникальных красивых костюмов. И безусловно, аллигаторная тематика у нас уже была, когда мы делали косплей на крокодила Данди из одноименного фильма. Мы решили дополнить, возможно, тот костюм и слегка модернизировать, добавив элементы легендарной одежды. Начнем по порядку. Эти аллигаторы обитают только на островах. Метки вы сейчас видите на карте. Вверху, справа от Сен-Дени, у нас место обитания ржавого аллигатора, а внизу – черного аллигатора. Итак, переходим непосредственно к женскому костюму. Начать стоит с пальто «Ржавый зуб», который выполнен из красивейшей аллигаторной кожи. Жилет «Артега», который мы выбрали для этого костюма, отлично вписывается за счет расцветки и пуговиц в виде клыков аллигатора. Великолепная блуза Уэрта просто завораживает своими мотивами на вышивке. Сидящие по фигуре штаны Гибстон идеально подчеркнут фигуру вашего персонажа. Мы выбрали сапоги Пикет со шпорами, которые также выполнены в стиле кожи аллигатора. Хотелось бы обратить ваше внимание на отличное сочетание с этим комплектом одежды прошитых перчаток, гравированные кобуры и пояса всадника. Однако, на женском персонаже возможно получение бага, который состоит в том, что пояс и кобура отражаются некорректно, они как будто висят в воздухе. Мы перепробовали разные виды поясов, но походу это багается из-за костюма аллигатора. Пряжку на ремень и амулет можно выбрать любые. Мы же все-таки рекомендуем брать золотой компас. Исходя из того, что женский костюм не отличается от мужского фактически ничем, кроме рубашки Пэддон черного цвета, мы вам показываем именно женский вариант костюма. Этот костюм подойдет к костюмам стиля банды, про которые мы вам рассказывали в предыдущем выпуске модного приговора. Если ты его еще не видел, обязательно включай и смотри. А также рассказывай в комментариях под роликом, понравился ли тебе костюм аллигатора. Если да, то какого цвета? И, конечно, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим спонсорам Вовке СПБ, Алексею Котову, Анастасии Морс, Виктору Попову, Готик Next, Максу Кочегарову, а также другим спонсорам, которые поддерживают наш канал. Им можешь стать и ты, всего от 49 рублей в месяц. Предлагайте темы для следующих модных приговоров, пишите комментарии, мы все их читаем. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в Дискорд, ставьте лайки. Сократ их очень любит. Четко. Галя, выходи. Галя, выходи. Отлично. Отлично. Говно. Мы не помещаемся. Так, стоп, 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 стоп. Назад тогда. Назад, назад, назад. Четко. Вот как снимать аллигатора, когда ты на коне еще идешь? Во-во-во-во. Отличная операторская работа. Просто экшончик. Экшончик подвезли. Лошадь. Не слушает вообще, блин. Угу. Они с друг другом общаются, блядь. Лошади общаются. Чё за прикол? Что, ты там опять съели? Нет, слышь? Вы... Что за... У меня рыба... Посмотри, дел. Я вижу. Да-да-да, рыба сейчас глючит. Она плавает в воздухе. Уже давно это так. Что за... И как ее? Никак. А если... Она вот так вот. Она сейчас умрет у тебя. Она без воздуха задохнется и умрет. Пошел. Ага. Блин, это кто-то человек? В смысле? Да.